привет, друзья! Мы добрались до чекпоинта, так называемой кассы. Здесь, видите, очень красиво, цивилизованно. Здесь билетная касса, естественно, турникеты. Вот таким образом выглядит. Вот, черт, $20 вход, представляете? Вот эти бразильцы. И вот территория, получается, ты едешь на автобусе, гуляешь, смотришь водопады. И это, блин, $20. К местным бразильянам 37, гринго 63 в итоге цена. Это $20, ребята. You can say hello, hello Russia. Russia. Russia, you say hello Russia. Hello Russia. Cool. Короче, еда очень дорогая. Желательно из лайфхаков, естественно, если куда-то едете в такие места, то покупать еду. Вот тебе, пожалуйста, сэндвич только почти $8. Но люди все равно что-то покупают. Давайте посмотрим, что есть еще. Гамбургеры по $10. Неплохо так пожрать. Зато можно кетчупа и сахарку набрать бесплатно. А вот это уже отдельные. Это не вышло. Ну, тоже огромный. Надо теперь такую музыку замедлить. Это съемка такие. Вот, и очень хорошо. Смотри, как держит спинку. Are you from Chile too? А why you don't have t-shirt? А здесь на you don't know, we can swimming. Swimming. Yeah, in the hotel. This is this place. No? What? No? This place. Как хорошо смотрится, а? Здесь небольшой есть балкончик, где можно сделать небольшие селфи. Небольшие, потому что, конечно, балкончиков таких очень мало, и их не хватает. Потому что ты идешь вдоль деревьев, вроде бы красивые виды, но деревья очень многие загораживают очень классный, красивый вид. Птички так классно летают. Надеюсь, мы дойдем где-нибудь и дотронемся хотя бы до какой-то части воды. Вроде как интересно все. Ну что-то очень много охраны. Все, тут нельзя, тут не облокачивайся. Уже начинает немного раздражать даже. Мы хотим хорошие кадры, а они не хотят, чтобы у нас есть хорошие кадры. С индианского, это всего два слова, которые я знаю на индианском языке. Игуасу переводится как и вода, и гуасу типа гранде, большой. Так что это типа большая вода. Большая группа студентов чилийских. Есть такие ничего, чилийки. Все такие пышногрудые. Ну и, конечно же, селфи. Катюха, подними майку! Давай, давай! Давай, покажи фанатам сиськи! Давай. Мешали вообще все. А, да просто. Слушай, я как всегда снимаю видео, даже не снимаю видео. Вау! Уху!
Блин, какая моща. Его можно пожмякать, если ничего не писать. Базики шикарные. Смотрите, какая сеть все-таки. Тут все течет. Это не сезон дождей, потому что в сезон дождей просто колоссальное количество воды начинает падать за одну минуту. Просто представьте, сколько тысяч тонн. Место водопад Игуасу. Одно билет стоит всего лишь $20. С очень шикарными видами. Реально красотень неописуемая. Я надеюсь, объектив передаст это шикарнейшее вида, эту шикарнейшую атмосферу. Шум падающей воды, джунгли, животные, ну, конечно, иностранный язык. Но все же, прекрасная погода, прекрасный день. Друзья, хотел показать идиотизм и вообще, я не знаю, тупизм бразильян тем, что мы находимся в этом парке, мы заплатили входной билет $20. $20! И все, вы не можете больше нигде ходить. Вы только можете съездить на автобусе по вот этой территории, и после этого вы должны вернуться обратно и все. Если вы хотите пойти погулять по лесам, по джунглям, вам надо заплатить, ребята, вам надо заплатить 215 или 100 рублей, 100 рублей на $30, $30, чтобы прогуляться, вы представляете, $30, мне просто кажется, что-то у кого-то с головой не в порядке у этих людей. Ладно, на этой херне прокатиться, это стоит 200, то есть это стоит $60, 60, с парашюта прыгнуть стоит $100, это что-то вообще бесподобное. Я заплатил $80 за годовой абонемент национальных парков США. Да. Бесплатно. 4 человека можно обходить по парке. 4? Целая машина. Это один стоит билет. $80 на год. Да. Тут это просто что-то вообще неописуемое. Ну что можно было подвести бы итоги и сказать про этот парк? Парк неплох, если бы он стоил $10. И вообще он был бы неплох, если бы вход билет, стоимость билета за $20
входило бы как бы все, чтобы хотя бы ты мог свободно себя чувствовать и гулять. А не когда касается. Ты... Да. Зубы не майки. Смотрите, какая фигня здоровая.